Между вами и вашими мечтами стоите только вы и ваши мечты. Господи Боже, мы благодарим тебя за все эти щедрые дары. Спасибо, Господи, спасибо, спасибо. А Люк чистит бассейн. Господи, это просто нечто. Таннер, нам пора что-то сделать с нашими жизнями. Пора идти в церковь. Посещаемость церкви постепенно падает. Нужно 75 тысяч, чтобы оплатить аренду. Хорошо, есть идея. Жанр фильмов про веру – «Золотая жила». Хочу снять лучший христианский фильм, который видел Иисус. Пора показать отцу, на что мы способны. Чувак, это непростая задача. Ники Стил говорит... Много работаешь, много получаешь. Еще больше работаешь, еще больше получаешь. Работаешь на износ, получаешь максимум. Я в деле. Чтобы эти фильмы принесли деньги, в названии должны быть ключевые слова. Цель, вера, молитва, рай. Ну, мысли, молитва, фильм. Молитва и предубеждение. Форсаж твоей веры. Молитва в космосе. Первая молитва, прозвучащая в космосе. Когда речь о Боге, не обязательно упоминать Бога-Бога. Можно просто высшую силу. А потом... Корабль идеально садится на Марсе. Мотор, космические монстры. Что это, мать твою, за ногу такое? Почему все христианские фильмы должны быть плохими? А вот и не должны. Просто они не должны быть хорошими. Боже, спаси меня от космических монстров! Христианские фильмы – отличный способ повлиять на мир. А еще они очень прибыльны. Что вы знаете о съемках фильма? Молчишь! Молчишь!